Фестиваль здоровья проходил и в школах города. Он собрал увлеченных любителей спорта, которые с детства понимают, насколько важно быть здоровым и как спорт помогает в учебе. На празднике в 38-й школе-гимназии побывала и наша съемочная группа. В 38-й школе-гимназии спорту уделяют особое внимание. Об этом говорят многочисленные награды за участие в различных соревнованиях. День здоровья собрал всех любителей спорта и ребят, которые хотят приобщиться к здоровому образу жизни. На традиционной школьной линейке им рассказали о истории спорта, о знаменитых спортсменах Казахстана и о развитии массовых видов спорта в Караганде. Перед началом стартов, а их в этот день планировалось множество, неплохо и подкрепиться. Самые веселые и увлекательные состязания прошли во время танцевального марафона. Азарт заставил даже зрителей войти в круг и исполнять незамысловатые па под музыкальные ритмы. Улыбки на лицах ребят светили даже ярче солнца, которое баловало в этот день карагандинцев. Не устояли на месте и всегда серьезные учителя и подтанцовывали под роковые звуки. Юные футболисты с азартом гоняли мяч и ловко забивали голы в ворота противников. Кто лучше, сказать в этот день нельзя. Все в выигрыше. Эмоциональный настрой, заряд бодрости получили все. Ежегодно в нашей школе проводится День здоровья, и дети с большим энтузиазмом принимают в нем участие. Обычно мы все ходим по станциям. Это такие станции, как челночный бег, прыжки в длину, творческая, музыкальная станция. И День здоровья всегда это большой веселый праздник для нашей гимназии. И дети могут проявить себя с спортивной точки зрения. Мне очень нравится День здоровья, потому что в здоровом теле здоровый дух. Здоровье – это, прежде всего, самое главное в человеке. Когда есть здоровье, у человека будет все. Есть надежда, что в следующий раз на спортивной площадке выйдут и родители со своими детьми. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.